Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 46 на странице 22. Рабочая тетрадь по математике для 3 класса автора Маро. Нам нужно вставить различные знаки действий так, чтобы получилось заданное выражение. Итак, 14 разделить на 7 получится 2. 2 минус 2 получится 0. 9 минус 8 это равно 1. 1 плюс 7 равно 8. 18 разделить на 3 это равно 6. 6 минус 4 равно 2. 20 разделить на 4 равно 5. 5 минус 3 равно 2. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под